Дорогие друзья, в условиях пандемии коронавирусом пациенты с эндокринными заболеваниями составляют группу риска. Защитите их, останьтесь дома. Если у вас есть заболевание щитовидной железы, мы готовы помочь. Берегите себя и своих близких. Останьтесь дома. Если у вас сахарный диабет, контролируйте сахар крови ежедневно. При необходимости увеличивайте дозу инсулина и пейте больше жидкости. Если ситуация не критичная, пожалуйста, останьтесь дома. Пациентам с надпочечниковой недостаточностью могут потребоваться большие дозы препаратов. Подготовьте запас и останьтесь дома. Если ваш родственник, ветеран или просто пожилой человек, позаботьтесь о нем, помогите ему остаться дома. Дорогие друзья, врачи-эндокринологи продолжают свою работу. Мы работаем с тяжелыми пациентами, но если у вас есть вопросы, воспользуйтесь нашей горячей линией или телеконсультацией. Останьтесь дома.